наполнить бокалы и предоставить слово второму по значимости человеку после мамы. Это сыну. Ну, чем сказать, просто ну, большое спасибо своему папе вот, за то чувство ну, надежности и уверенности, которое вот он мне всегда, всю мою жизнь ну, сообщал мне. Я всегда знал, что ну, в какую ситуацию я бы там не попал, что бы ни случилось, я всегда, ну, у меня всегда есть человек, к которому я могу обратиться ну, за помощью и за советом. Ну, как говорится, Рома, а ну-ка посреди дядьку. За юбиля. Серега, за тебя. Нету, нету.
твоих губах я оставлю след. Только вместо «да» я скажу «нет». Просто поняла, что-то здесь не то. Ты себя отдала не на все сто, не на все сто. Я боюсь, что не долюбил, не до неда, соблазнил, не до согрел, не до неда. Смотрю в глаза.